Лавочка закрыта. Полицейский отдел экономической безопасности выявили и пресекли деятельность группы лиц, продававших фальсифицированную алкогольную и табачную продукцию. Незаконный товар реализовывали в двух торговых точках, одна из которых была оборудована прямо в автомобиле. В результате полицейские изъяли из незаконного оборота 1925 бутылок поддельного алкоголя и 1200 единиц табачной продукции. Организатора криминального бизнеса задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации.